Игорь Крутой сообщает. Вчера прошла пресс-конференция, посвященная открытию конкурса «Новая волна 2021». Рассказали, чем будем удивлять в этом году, какие юбилеи праздновать и как развиваться дальше. Открытие смотрите сегодня в эфире канала «Россия-1», ровно в 21 час по московскому времени. А мы уже с утра репетируем творческий вечер нашего первого юбиляра, Димы Билана. Это шоу вы увидите по ТВ завтра. Я в бой. Да ладно, нет, тогда. А что ты пришел? Было понятно, что нет, не так все просто, но главное выполнять. Мы бандиты. Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.